Никакие алмазные копи, золотоносные россыпи не заменят красоту здоровой природы. В Якутском музее имени Ярославского в рамках 2-го республиканского съезда экологов открылась выставка, посвященная памяти первого министра охраны природы республики, кандидата биологических наук, академика Академии Северного форума Василия Алексеева. Его исследования и научные разработки легли в основу развития молекулярной биологии и биохимии на севере. Благодаря усилиям Алексеева в Якутии была открыта современная лаборатория по изучению белка и нуклеидовых кислот. На открытие выставки были приглашены родные, близкие, друзья и коллеги. В экспозиции представлены документы и награды, фотографии и личные вещи Василия Алексеева. Он был любящим отцом, любящим мужем заботливым, очень внимательным дядей. И поэтому я хочу сказать, что ничего вот такого вот, чтобы его характеризовало прямо как вот чем-то вот особенным, выдающимся каким-то и отличительными чертами, он был обычным человеком, как все. Василий Гаврилович заложил основы системы природоохранных органов Республики Саха-Якутия. Были выработаны основные направления законотворческой работы, методологической работы. И вот эта работа была полностью реализована.